Ремонт бирских городских дорог начался в апреле, когда еще не сошел снег. С тех пор ситуация мало изменилась к лучшему. В итоге бирская прокуратура по результатам совместной проверки с ГИБДД предъявила ряд претензий к состоянию дорожного покрытия. Выявлено нарушение на 12 участках уличной сети города Бердска. По результатам этой проверки внесено представление на имя главы города Бердска. Кроме того, возбуждено административное производство на имя ведущего инженера отдела благоустройства управления ЖКХ. По словам помощника прокурора, постановление об административном правонарушении рассматривается сейчас в мировом суде. Виновным грозит ответственность по административной статье за несоблюдение требований госстандартов. Впрочем, работы по ремонту дорог в городе уже ведутся. Мы находимся на участке дороги за железнодорожным переездом напротив торгового центра «Астор». Здесь уже не первый день ведутся ремонтные работы. Здесь работает дорожная техника, и рабочие пытаются делать заплаты в асфальте. Принять меры по выявленным нарушениям администрация Бердска должна до начала июня. В прокуратуре отметили, что власти уже приступили к ямочному ремонту, в частности на улице Красная Сибирь. Однако проверка еще не окончена, и она вскрыла новые нарушения на трех участках дорог. Улица Химзаводская от автодороги Чуйский тракт до остановки БЗПП. Так, далее у нас, значит, еще идет улица Промышленная, от улицы Промышленной до пересечения с выездом торгового центра «Колорон». И улица Островского от улицы Свердлова до улицы Максима Горького. Также по этим выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования в ближайшее время. Самые распространенные нарушения, как показывают проверки, это разрушение асфальтового покрытия проезжей части, трещины, просадки, разрушение полотна, а также разрушение бордюрного камня.